мог сегодня кофе пить не пустой, а с тортиком, причем с моим любимым, «Лесная сказка». С утра дали пакетик, чтобы я его на помойку отнес. Прохожу мимо контейнеров, а там в одном из контейнеров лежат, причем не просто лежат, а прям на меня смотрят. Две коробки запакованных с тортами. Вот этот, который внутри, ну, черный бисквит, замечательная пропитка, сверху белые вишенки лежат. Вот индейцы убежали от Буша. Да, кстати. Индейцы Дакота вышли из состава США. А, значит, это племя индейское, оно располагается на нескольких, на территории нескольких штатов. Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг. Разорвали договор с правительством США и типа вышли из состава США. Правильно сделали? Ну, мне кажется, Буш ничего не понял. Как так? Так, а где они? Так, карту мне, пожалуйста, карту мира нашу. Нашу. Нашу карту мира. Наша, а где тут? Они же на другой планете живут. Вот так, Ирак вижу, Иран там же. Вот, прям сверху Ирака. Так, сверху Ирана прям вот у нас Северная Корея расположена. На Северном полюсе России у нас. Нет, я туда летал, там медведи, мишки. Там медведев. А где же Дакота-то у нас? Ну и хрен бы с ним, ну вышли, да вышли. Нет, их все равно на карте нет. Типа того, да. А другие тоже ребята в Палестине на этот раз. Там недавно была акция, ну такая благотворительная. Художники собрались современные и стены им разрисовали. Ну там были реально достойные такие картинки. И вот лондонский художник, граффитчик Бэнкси, он нарисовал картинку, полицейский обыскивает, спрашивает паспорт у осла. А Бэнкси, надо сказать, он до сих пор неизвестно, кто такой. Существует несколько версий, но он в Лондон уже весь изрисовал. Целующиеся полицейские, крысы, там все дела. Ну, не бомбер, а художник настоящий. Вот. И поэтому его работы продаются там солидно. Звезды Голливуда любят прикупить себе что-нибудь из Бэнкси за 20 тысяч долларов. Да. А власти Лондона говорят: блин, Бэнкси, ты уже задрал, дай-ка мы тебе вот эту закрасим. Эту пока не тронем, а эту уже закрасим, уж больно она на глаза мозоль. И, значит, палестинцы взяли и подумали, что полицейский, проверяющий документы у осла, оскорбляет их достоинство, и замазали эту картинку. Достоинство осла. Ну, они подумали, что это как бы со словами «мы не ослы». Ослы не мы. Да, они замалевали. А могли бы продать и купить себе бомбочек, подзрывать что-нибудь. Подзрывать? Ты знаешь такое слово? Да. А еще бомбардировщик. И ковбойцы. А мы недавно с Кренделем заспорили, как правильно, все-таки пестик или пистик. Ну и как, зазырили, и все-таки пистик. На грамоту.ру зазырили. Зазырили, чутинский оказался. Зыбинский. Зыбинский, зыкинский. Дай зазырить. Только из моих рук. По поводу, кстати, англичан, что вот Бэнкси там, англичан, «Зенит», радостное событие у них, они вышли вчера, не играя матч, как обычно наша команда, не играю, они уже все играют. Играли, они в баре смотрели, наверное. Да, наверное, в баре смотрели и радовались. Вышли вчера все-таки в весенний этап Кубка УЕФА, и благодаря кому? Английской команде «Эвертон», которой уже нафиг ничего не было нужно, и, они играли в гостях с голландским «Алкмааром», а «Алкмаару» нужно было хотя бы в ничью играть. А ты знаешь, как переводится с голландского «Алкмаар»? Это мне сейчас подсказывает моя языковая догадка. Море алкоголя. И англичане взяли из дуру и выиграли. Я представляю, они такие входят в раздевалку после матча, такие: блин, зачем мы это сделали? Ёкалменное. «Зенит» тащили русских. Ну, в общем, нашим командам везет в этом сезоне. Причем везет не в матчах, в которых они играют, а в матчах, в которых они не играют. Везет только тем командам, у которых голландский тренер. Как раз у АЗ это голландский был тренер. Да? Это же голландская команда. У них Луис ван Галь был тренер. Халь. Луис ван Халь Гитлер. Мы не будем играть без адвоката, это называется. Да-да-да. «Зенит» сказал.